Привет, друзья! В состав ВМС Ирана были приняты еще два ракетных катамарана типа «Шахид Сулеймани». Флот пополнился кораблями «Шахид Хасан Багири» и «Шахид Саяд Ширази». Корабли типа «Шахид Сулеймани» — это многоцелевые ракетные катамараны с уникальной конструкцией, имеющие малую радиолокационную заметность и изготовленные из алюминия. Ракетные катамараны типа «Шахид Сулеймани» имеют длину 67 метров и водоизмещение, предположительно, 600 тонн. Они могут классифицироваться как корветы. В основе конструкции кораблей положен китайский катер-катамаран береговой охраны тип 22. Для своего водоизмещения корабли имеют серьезное вооружение. Оно может быть различным на некоторых кораблях. Корабли оснащены ЗРК «Наваб» крылатыми ракетами «Саяд» с дальностью полета до 700 км. Артиллерийское вооружение – 30-мм автоматическая пушка, предположительно 2А42, и 20-мм пулемет «Гатлинг» с дистанционным управлением. Корабли оснащены комплексами РЭП. На корабле может размещаться противолодочный вертолет Белл-412, могут использоваться БПЛА и беспилотные катера. Корабль оснащен 4 иранскими двигателями и имеет дальность плавания до 5000 миль. Скорость корабля до 32 узлов или 59 км в час. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.